Кем Джонс, настоящее имя Захар Гнида. Не пьет, не курит, а это главное. Голосовал. Манту есть. Привет, Тивир. Есть кот? Мартовский кот. Девиз «Пуля дура не стреляет дважды». Пуля дура хаски. Фарту масти. Раньше Кен был часть из сацейлийской мафии, но ему надоели грязные деньги. Грязные, как я. В семье Кена 6 чудесных и сексуальных сестер. Все они стали наложницами в Анапе. Сам Кен отказался. Протоиерей. Еврей Сергей. Настоящее имя Пауль. Бывший священник. Имел чин третий сын федерации. Сейчас работает судэкспертом. Телефон 8-925-125-95-26. Холост, не женат, не замужем. Еврей Сергей прошел афганскую войну. На голове. Говорят, что он видел НЛО и вступал в контакт. Интимный. Кис, 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 кис. Привет, Кен. Привет, Джек. Старый друг. Как ты? Как Рози? Ее убили. Джей-Зи. Тупака и Рози убил черный капюшон. Я просто журналист и ничего не могу. Что? Опять этот черный капюшон? Я найду его. Аха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 хah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 
Привет, Пауль, мне нужна помощь лучшего суд-эксперта в городе. Поцелуй свою мамашу и тащи сюда свою толстую задницу. Что? Меня это не волнует. Капюшон снова здесь, козел. Капюшон. Убийца тупака. Я еду. Вокруг шум, пусть так. Не кибишуй, все ништяк вокруг. Так, новый труп. На первый взгляд додик. Надо хорошенько его осмотреть. Черный капюшон оставляет в телах своих жертв пробки. Это его символ. Пробка означает, что дырка закупорена. Вообще очень симпатичный малый, прям котик мур-мур-мур. Няш-мяш-сап-двач-ламповая-тян. А вот и пробка. Этого кисю пук-пук убил капюшон пук-пук ненавижу, отомщу пук-пук-пук давай полчасика на подмыться и искать убийцу мы отправляемся пук-пук. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы, продолжение сточных канав, а канавы наполнены кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь, похоти и убийств вспенится. Захар, ты ребенка помыл или нет? Что? Слушай, Наташ, заткнись. Я подкаст записываю. Что ты сказал, сука? Спишь на диване, Кен? Бля, заканчивай с голубизной своей или мне маму позвать погостить. Все, прости, нет. Ну, короче, мы решили пойти к грязному Гарри, это главный подонок города, и выбить из него всю дурь. Гарри, где черный капюшон? Отвечай, тварь. Я ничего не знаю, мусор. Round 1, fight!
Понял, козел? Где он? Говори. Хорошо, прости, я скажу, черный капюшон скрывается на холме. Я чувствую, что мы близко. Мои колени трясутся, а подштаники вспотели. Я найду черного капюшона, но до решетки он не доедет. В погоню! Скидыш! Получи! Ай, больно, ай, больно, ай, больно! Умираю, умираю, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нет, Бауль, ты был мне как брат. Безумно можно быть первым волку, брат-волк. Это ты. Я узнаю, кто под маской, убью. Что? Джек, но как же Рози? Это был ты. Люберцы спят давно, ночь хороша. Где-то с Жулебина слышу стрельба. А я же иду домой, пофигу мне. Если стреляю, так нужно братве. Где-то за полночь, а я не спешу. Слышу гитарную, где-то струну. Джинтоник очаковский выпью глотком. Чуть постою я и вспомню братков.